что ты мне машешь? Что ты мне машешь? Поехали. Камера, мотор. Как у того болванчика, башка. Старт, старт, старт. Привет всем. Вот я теперь знаю, в кого я вот это вот. Ага. Вот стоит ведь, измахалась вся. Вон сзади тебя это, бордюрчик. Ну если сейчас осталось резко увидите небо, значит оператор грохнулся. Сейчас осталось, что оператору кверх. Оператор споткнулся. Кверх, ага, копытами. Ой, у нас открылся спортивный сезон. Нам открыли спортивный сезон. Мы сегодня первый раз вышли на набережную, приехали кружочек. Их впервые сделать. Вытащили. С одной стороны, да. С одной стороны, очень хорошо, что сезон нам открыли спортивный. А с другой стороны, сегодня вообще траурный день. Началась опять учебная четверть. Но только радует то, что последняя четвертая. И вот этот еще рывок 8 недель. И на 3 месяца уйдем отдыхать. Вот это только радует. А так это вообще кошмар. Ну вот. И сегодня Олечка мне сказала, никаких, не признаю, все, приезжаю, Глебку отвожу, и мы идем гулять. Ну, знаете, правда, вот, например, я присиделась. Но я же честно рассказываю, что ты гыкаешь? Вообще, вот таким тоном я с тобой не разговариваю никогда. Да? Если бы я хоть раз попыталась хотя бы одно слово таким тоном, я не знаю, что в меня полетело. Как ты вот сейчас меня передергиваешь. Ну, короче, говорит, мам, давай сегодня погуляем. Я говорю, давай, все. И ну, сегодня для разминочки пусть будет один кружок сделаем. Но один кружок это и то хорошо, да, Оля? Да ничего. А сколько километров мы тогда же мерили? Я уже и забыла. А потом даже по часам посмотрим. Да, вот. И а вообще, когда сейчас растренируемся, тогда по два круга мы обычно. Два кружочка и домой. Ну вот сейчас прогуляемся. Ну ветерок, да, ветерок дует. Мне лично прохладненько. Почему она смеется? Потому что ей жарко. Ага, а мне прохладненько. Поэтому, слушайте, а так красиво. И вот здесь вот кажется, что мы одни во всей вселенной, да? Так вообще мы нет. Одни? Сейчас что? Видать, никто не смог вытащить никого, только я тебя. Да-да-да. Мы одни. Мы одни. Вот никого нигде нет, правда. Вот так здорово. Потому так, что рабочий день, так если что. А мне нравится. Ходишь, да. Сам себе хозяин, что хочу, то делаю. Ну, в общем, здорово. Вчера у Лёльки был день рождения. Ой, короче, мы его так хорошо отметили, так классно отметили. Вот, Оль, скажи. Шикардосно. Скажи, как мы его отметили. Шикардосно. Ну так ты расскажи. Шикардосно. Ну так расскажи. В принципе. В принципе. Вот, классно было. Мы были у Вовчика в гостях. Мы поехали к Вовчику с Олесей. Там, во-первых, наигрались с внуками. Так, стоп. Что? Иди по центру. А. Я сруливаю, скоро все попу в кусты обдеру. Ты все туда и туда. Короче, и туда. Мы по это. И с внуками наигрались. Глебчик набесился. Что опять? Не срезай, иди рот. Глебчик набесился вот с ними капитально. Потом мы шашлычки там жарили у Вовчика. И, в общем, посидели так классно. Вот классно. Посидели, пообщались, приехали домой. Все. Все, посидели перед телевизором и баиньки. И все, больше ничего. Ну, в общем, знаете, день так хорошо прошел. Плодотворно, нормально, да, Оля? Как-то вот необычный твой день рождения, но мне понравился. Да? Тебе понравился? Да. Честно-честно? Да. Вообще, день рождения надо гулять неделю до, неделю после. А, вот так. А вот только вчера прошел, уже все завершилось. А, вот так вот. Да, еще 7 дней. Ну вот, оказывается, неделю до, неделю после. Иди по центру, я тебе говорю. Ну, я вот сруливаю. Сруливаю. Ну, вот так вот получилось. Ну и вот. И еще что? Я закончила свой жакет. Обещала показать, а что не показала? Не знаю. А ты мне обещаешь все, уже сколько? Поедем гулять. Да, поедем. Обещала. А вчера я, когда к Вовчику туда поехали, я одела свой жакетик. Классно получилось так. Ну, в общем-то, даже меня одобрили, сказали прямо как фабричный в это. Ну, классно получился. А сейчас я вижу Олечки. Кофта-сетка крупными такими ячейками, дырками, короче, вот такими вот. И такая очень модная кофта. Ну вот как-то так. А сегодня Саша у нас отдыхает, сегодня-завтра у него выходной. Как отдыхает? Сейчас только к обеду домой пришел. Вот такой вот у него отдых.
Ну и он решил, значит, я, говорю, тут по дому, газон почищу, да все такое, не хочу, говорит, гулять. Ну да, ему-то проще, я-то дома сижу. А он все-таки, когда вот на работу, там ходит, там у него движение есть. У меня это меня вывели, выгуливают меня. Олечка тоже, Глеба как повезет на английский. Он час сидит английский учит, а она как загнанная носится, вот это наматывает эти количество шагов. Только я дома сижу. Ну и вот как-то так. Так что теперь будем встречаться почаще, вот именно то на набережной. Покажи, Оль, вербочка, смотри, какие набрала уже. Классно, да? Угу. Да, однако еще чуть-чуть, да и уже начал как бы вот спуститься и зацветать, да? Да. Вот слушай, вербное воскресенье еще уже не скоро, да? Ага. А она уже вот какая. Вот сейчас, как Саша говорил, в конце недели ожидается заморозок. Если правда не обманут синоптики, еще и приморозят, да? Да? Жалко. Ну вот, короче говоря, вот так. А почему не записывалась все вот эти дни, даже объясню, почему не записывалась. Это она мне, знаете, команду такую, оба, на место, вот так вот она меня. Ага. И почему не записывались, объясню. С Глебкой не запишешься. Он записывает по 5-7 видео в день и заливает, а я не могу. Вот только начну записывать, бабушка, бабушка, покажи меня, бабушка, бабушка, давай я вот это на гитаре сыграю, бабушка, бабушка, вот это покажи, вот это вот, да, ё-моё. Ага, потому что я знаю, что я это уже записывала, я это уже показывала, но ребенку ведь не объяснишь, обижать не хочется, ребенок есть ребенок, бабушка, бабушка. Думаю, ладно, не буду пока записываться, ну вот и всё. А что ты встала? А ты потому что не на тебя наезжать? Нет, ты иди свою дорогу, может тебя со спины показать. Не надо меня со спины показывать. Ага. Ну и вот. Ну, короче говоря, вот так. Ну все, на сегодня все? Показали мы вам, где мы, что мы. А сейчас еще шортики небольшие, шорты, да? Короткие. Короткие видео, короче, запишу. Оля, вот что ты выкаешь надо мной? Сейчас еще короткие видео позаписываем там, где к речке выйдем. И это. Ну все, всем пока, всем всего хорошего. Всех любим, целуем, обнимаем. Пока.